И народ, всем привет, с вами Клик, сегодня у нас игра Блокбаста, это шутер с мультяшной графикой на раннем доступе, пока есть только три режима. Да, и всего 4 вида персонажа, получается автомат, 2 автоматчика, дробовик и снайпер, у каждого есть свои способности. У автоматчика первого это, вот у этого мальчика это, получается у него... Да, игра в раннем доступе еще не бывает. Это надо добавить шок. Да, ну я попал случайно, наверное, у меня просто с определенного уровня у вас открыт. Контроль точки, наверное, просто сюда меня перекинуло. Отлетели, ладно, бывает. Ну, дальше у нас есть снайпер. Да, вот, да, снайпер на этой карте такой лучше. На этой карте хорошо работает два автоматчика. Да, снайпер тоже хорошо работает, но это если не вот, контроль точек. Если контроль точек, то такой себе против автоматчика. Эта девочка просто очень быстро бегает, у него да, у этой девочки просто есть самолечение, поэтому... Да, я знаю, что у меня поражение, потому что эти тупенькие, они только захватывали одну точку.
Если что, это я убил больше всех, если что. Но это не та карта, где... Какие-то клубненькие у меня народ был, поэтому я сказал вот сюда, и мой на меня обычный режим. Да, в Викинг год две карты, это вот эта карта и карта с городская ферм, и вторая это фермерская карта. А нахрен не ваш контроль точка. Идите, пока ту захватывайте, а. Да боже мой, а. Такими людьми нереально играть, а. Что за люди? На все точки что? Он точку захватывает. Все убит. Они точку захватывают. Ах, он... Да, также можно, короче, делать ближний бой. Сейчас я, когда поиграем, я вам все покажу. Что, захватим их на точку? А почему их захватили? Потому что они... Дурачки. Да я понимаю, что там надо было кинуть гранаты, но... Да, игра еще в раннем доступе, она недавно вышла. Вот как бы на ранний доступ. Как они там собираются, я успею эту точку захватить. Ага, я понял.
Мы победили. Да, я убил больше всех. Если тет, это получится означает, что. А это получается. Я не знаю, ты можешь это разработчик, либо чит админ, что-то такого-то. Дальше у нас есть. Мы можем менять. Получается, почему вот пацаны могут убирать, короче, вот эту топор и бегать, либо автомат. Если можно было это менять, было очень хорошо, но пока менять нельзя. Мы можем это улучшить. Также у нас есть броники разные. Броники. Мы можем менять цвет персонажа. Ну это какой-то гангстер, знаете. Что у этого есть? Мне кажется, только у этого только меняется движок и все. А это у нас это. Доктор. Также, ну, у этого автомат, у этого топор, да, дальше идет. Вот эту клюшку, это топорик, опять что-то подобие. Зато мне идет мотать, у него идет, получается, снайпер, арбалет, снайпа, лук. Ой, да, лук, не арбалет. А у этого, а у этого просто два автомата. С разными мощностями. Дальше у нас есть магазин, где мы можем покупать. Пока тут много очень недоступно. Поэтому. Да, я не играю со сыграю. Играю со сыграю, не оптимизированной, но играть можно, мой телефон поддерживает, поэтому не знаю, как вас будет поддерживать или нет. Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал. И всем удачи!